Зина Ковалева. У меня вопросы по семинару астральной энергии. Скажите, можно ли входить в состояние астрала каждый день? Да. Скажите, можно ли один вечер перед сном представлять себя синим, забирать, а в другой в огненном? Да. Или выбрать одну из практик? Можно и так, и так. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Прочтите, пожалуйста, что-нибудь из своей книги. Хорошо, с удовольствием это сделаю. Вот книга. Открываю любую страницу, попадаю на слово «семья», видите, «семья». Читаю первое, что появится. Один из самых важных элементов семьи — это равенство. Обидчивость, манипуляция, целью которой является доказательство своего превосходства. Нужно всегда следить за равенством, так как его отсутствие приводит к разрыву отношений. Равность необходима только в семье. Если в семье присутствует эксплуатация, то в дальнейшем это приводит рано или поздно к конфликту. Равноправие невозможно, если нет обязанностей. Старайтесь, чтобы у всех в семье, и у взрослых, и у детей были свои обязанности. Хочу дополнить: если любишь, то не используешь. А если используешь, то не любишь. Старайтесь друг друга не использовать в наглую.